Плюсов больше, чем минусов. Так оценивают красноярцы преимущества режима самоизоляции. Один из таких примеров – не ходить в магазин за покупками. Говорят, проще делать это виртуально. Спрос на доставку продуктов на дом уже вырос втрое. Все заказы многие жители оформляют через интернет или мобильное приложение. Тоже масло, свежий хлеб, крупы в каталоге, рассказывают горожане, можно выбрать по ценам, что и в обычном магазине. И это могут быть не только продукты питания, но и бытовая химия, детские товары. Признаются, что к таким услугам привыкли, совершать покупки онлайн оказалось очень удобно. Так как начался карантин, возможности в магазин, конечно, выбраться не было, потому что боялись как-то, были опасения. Но со временем, конечно, все облегчалось, но приложение очень удобное. И даже если ты идешь просто в магазин обычный, ты стоишь в очереди на кассе, ты нервничаешь. А тут заказал, тебе все быстренько привезли. Также там есть промокоды, акции. Все очень удобно, все очень хорошо. В свою очередь, эксперты сервисов доставки уверяют, что ручаются за каждый выбранный товар, обязательно проверяют срок годности и целостность упаковки. Кстати, если на прилавке будет лежать товар ненадлежащего вида, звонят покупателю и ищут ему замену. На период пандемии у нас присутствует абсолютная защита. То есть мы защищаем не только себя, но и клиентов. То есть у нас обязательное ношение масок и защита рук, перчатки.